Продолжаем программу. В преддверии открытого диалога президента с предпринимателями Торгово-промышленная палата Узбекистана организует диалоги с участием руководителей и сотрудников профильных министерств и ведомств. Очередная встреча состоялась с представителями в сфере строительства. Строительная отрасль – драйвер экономики нашей страны. Новые жилые массивы, промышленные и объекты социального значения, инфраструктура – все это показывает, насколько быстро развивается индустрия. При высокой динамике, естественно, возникают и проблемы. Обсудили их в ходе диалога. К участию пригласили представителей бизнеса, строительной сферы, производителей, в том числе стройматериалов, архитекторов, проектировщиков и инженеров. Цель – изучение и анализ возникающих у них вопросов. Каждый был изучен детально и разработан план дальнейших действий. Этот диалог для нас очень важен, так как здесь наши проблемы находят положительные решения. Это самый простой и лучший способ. Госучреждения, министерства идут к нам навстречу, выслушивают. Поэтому эта инициатива президента полезна для субъектов предпринимательства. Если говорить о проблемах, то нам пришлось потратить 800 миллионов сумм для поиска и оценки источников сырья. Если профильное министерство нам его одобрит, то мы сможем создать 3000 новых рабочих мест. Объем капиталовложений в проект составит 80 миллионов долларов. В ходе беседы наряду с отдельными кейсами были обсуждены и системные проблемы, которые беспокоят предпринимателей строительной отрасли и тормозят ее развитие. Для нас данное мероприятие очень важно. Тут нашли решение проблемы, которые ждали своего часа месяцами и даже годами. Мое предложение касалось передачи построенных объектов товариществом собственников жилья. Радует то, что этот вопрос был решен на месте. Мы принесли в Узбекистан новую технологию производства полистирол-бетона. В 2013 году не было национального стандарта на этот счет. Мы разработали и оформили стандарт организации, но с этого года они теряют свою силу. Остаются только национальные, международные и зарубежные стандарты. Чтобы урегулировать этот вопрос, мы предоставили свое решение. Если оно воплотится в жизнь, то это повлияет и на доверие инвесторов к нашему рынку. Они убедятся, что все трудности решаются системно. Важно, что ни одно предложение или проблема не остались без внимания. Какие-то закрывались здесь же на месте, другие вошли в отдельный список, который будет рассмотрен в скором времени. А представителям сферы будут предоставлены оптимальные варианты решений.